Подъехали к Кут-парку прогуляться в Генсбахе. Часы вот солнечные. Тут такая прогулочная зона. Тут зона отдыха. Скамейки стоят. Здесь вот ели, деревья вот большая тень хорошую дают. Можно в теньке посидеть. Красивые ворота. Бетонная скамеечка. Старая. Здесь водичка. Так, где-нибудь написано, что она не питьевая. Везде вот такие вот цветочки, розы какие-то. Ничего, вода на вкус. Скамеечка с надписью. Культура. Какая-то вот рожная, потом типа глобуса, кольцо. Надпись не видать. Вот там личка, что мы входим в зону Кут-парка. По Кут-парку протекает ручеек такой. Нас встречает здоровый клен. Старый, плав. Не знаю, сколько он, метров 5 в обхвате. Вот здесь также, как и в Баден-Бадене аллее, на каждом дереве таблички. Можно прочитать, как называется. Вот это клен лиственный. Из Европы. Сцена. Наверное, на концерты проходит. Здесь вот жасмин цветет.
Тут какое-то растение с гроздями, как у винограда. Жасмин, запах. Мне очень нравится запах жасмина. Душистый. Какая-то елка. Вот еще высокий жасмин. Дерево с такими нежными листочками. Какой-то фонтанчик. Как его еще можно назвать? Больше на родник похож. Стекает в это ручеек. Это интересное дерево такое. Тюльпенбау. Это переводится дерево тюльпанов. И вот тут такие тюльпаны, похожие цветы. Много-много. Попробовать можно вам поближе снять. Там сверху, что за котелок? Смотри, вот цветочек. Ну, сейчас близко цветочек можно снять. Там оса, то есть или пчела, пчела, две даже собирать нектар. И пыльцу. Обалдеть, да, красиво? Такое разное. Там привод дерево лагится, нравится ли так? И она подперта таким. Ну, да. Обалдеть. Красиво тут место здесь. Так, это вот блюд ахорн, это кровяной. Блюд — это ж кровь, да. А ахорн — это клен. Вот почему-то так называется, может, что он такой темный. Да, он темный, такие листья. Маленькие, как с краснотой. Что это вот это дерево с кем-то вот такие? Вот такие деревья я увидел. Название было. В Волгоград. В Волгограде. Видел такое дерево. Так трампетные тоже какие-то барабаны. Ну вот барабаны, палочки на нем не растут. Из Северной Америки, да, говорю? Вот еще клен. Зильбер. Серебряный клен. Листья совсем какие другие. Это дуб. Интересное дерево. Есть табличка? Как называется-то? А вот орали открыть. Орали. Ост-Азия. Не знаю, как это называется. Представляю. Справа с рукой. Мостик каменный.
в теньке хорошо. Прохладненько чуть. Мошки улетают. Направо здесь беседка. Вот такая мощная. Можно вот его сходить, может быть, с ним. Вот мостик. Запрутка небольшая. Рыбы он плавает. Две точно видно. Три. Птички поют. Тут вот цветочки тоже какие интересные, красивые. Все покрасит, чем побито. Слышь, нет, тут. Ну, да. Больше такой высокий. Да. Здесь вот так вот пойдем с края. Ну, красиво, типа, что ли, пошли. Здесь вот зажары. Ну. Здесь вот мельче, хорошо прохладно. Вон там березка растет. Ага, там белая такая. Хорошо босиком ходить по прохладным камушкам. Вниз пойдем. Здесь, наверное, больше его спины катает, долго гуляет. Сколько сейчас время уже где-то, по-моему, 6-го, да? Начало 6-го. В 5 подъехали. Площадка игровая вот здесь, видите. Люди сидят, отдыхают, дети играются, на каруселях катаются. Еще одна запрутка, мостик, уже железный. Он уже обновленный, там деревянный. В начале, в конце, а посередине железный. Вот мостик этот металлический. Здесь пруд целый. Вон там карп плавает, крупненький такой. Полежку. Ну, справа еще один. Смотри, тут какие чушки здесь поросят плавают. Да, вот такой штукой. Вон там красная рыба. Вон там в середине, вон там дорога. Ну, я видел. Там еще дальше видно. Вот здесь, я вам что-то, 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 что-то
уточка. Вот красный здесь рядышком. А, да, уточка, вот рядом там поднялась. А что такое? Ну да, у него здесь лекарки такие. Простые зеркальные вроде, не знаю, как они называются, которые просто. Ну там крупный, вон там вообще, может, с той стороны пойдем, посмотрим. Угу. Ну, уточка где-то здесь ходила. Вот уточка. Вот, вот. Одна такая. Вот, да. Не, для того, как нельзя. У нас островок для уточек, наверное, чтобы хорошо себя чувствовать, чтобы их никто не гонял. Наверное, яички там посиживают. Вот здесь хорошо видно карпов. А там берегон их. Там уже дальше что-то много. Крупный вот этот, который посередине плавает. А там несколько штук. Да. Я вот этого вижу, который будет здесь поближе. Тут белая где-то. Ну, это видишь, что он пузырь пускает? А тело сверху совсем. Здесь уже мелководье. Он беременная, что ли, лежит на дне. Толстая. Может быть. Ему же икру уже откладывает. Ну, смотри, это троица. Здесь вот игровая площадка есть. Каруселька, песочница с горкой. Красивое дерево, шмелюн. Таблечка Интерлинда, зимняя липа. Вот кто не верит, что это зимняя липа. Клумбочка сделанная красиво. Желтый, красный, синий цветочки. В середине пальмочка. Тут рядом такая скульптура интересная. Женщина мостик делает.
Поднять шар. Гимнастка. Таблички не видать, как называется. Ну, тут сразу понятно, что это гимнастка. Надо же табличку на самый верх прибили. Трампеттенбаум. Трампеттенбаум, то же самое. Ну что это значит? Ну трампет это какой-то типа барабан, что ли? А, барабанные палочки эти. Ариан, вот это вот этот самый, который для мозгов хорошо. Синий, вот эти вот листочки, очень красивые. Это как гехирн, да, он как да. Называется? Для гехирна, да, для мозгов хорошо. Да, а называется по-другому. Посмотрим табличку, если. Мне кажется, она заросшая со стороны табличка. Тоже, может, куда-нибудь прилепили, чего знает куда. Надо видишь, это заросшая, она такая низко. Ганга, что-то хочется. Что это называется? Волна. Да? А вот. Ой. А что по-другому называется? Фехерблат. А, ну вон, гинго. 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 Ну, гинго продают еще, что плево. Капсулы всякие. Да интересно, там фон покрывается, ты видишь? Ну, старый то, что очень. Я даже не знала, что он фон. Это что за дерево? Смотри, какое прикольное вообще. Тоже, небось, разновидность клёна какой-нибудь. Листья такие похожие. Это тоже зильберахон, это серебряный клён. Подходим к выходу. Домик так красиво на фоне смотрится. Здесь вот кажется. Римский. Там такой вот дом. Ну, старые архитектуры. Ну, тогда эта структура вылез справа. Сейчас все выходим. Ну я уже видел. Я видел. Тоже красивое растение. Тоже запах шикарный, ароматный.